Родился я в семье художника, отец мой был художник. И вообще жили вот в Баку в 60-е годы, это с 58-го года в доме художников, где весь дом был как бы заселен художниками, мастерские. То есть с детства мы уже, свое детство началось с мастерских художников, с посещения скульптурных мастерских, живописных. Так что судьба была уже как бы предрешена еще до того, я думаю. Я помню, с другом вылепили армию. Одна, значит, была армия Наполеона, другая армия Суворова. Все это было на конях. Я не знаю, наверное, в каждой армии коней по 50 с всадниками, с одеждами гусарскими, там, кирасирскими. Все это было дотошно так сделано. Мультики делали пластилиновые, хотя при той технике это было сложно. И, в общем-то, довольно-таки так примитивно, но все-таки делали. Поэтому какая-то такая тяга, видимо, к форме уже с детства проявилась. И в дальнейшем вот училище, художественное училище Баку, а потом в Ленинград, Мухино, скульптурный факультет я заканчивал. Так что вот путь такой он был по скульптуре. Но в дальнейшем уже это все приобрело немного другие какие-то формы. Во всяком случае, для меня это интересно, работать в разных материалах, то есть комбинировать. Вот у меня до этого был проект, в камне была персональная выставка, сейчас дерево. Я думаю, что может быть бесконечные вариации вот с различными материалами, то есть соединение их материалов. Может быть, попытаться с какими-то современными материалами работать. Но вообще-то хотелось бы, говорит, из марсианского камня что-то сделать. Так же, как судьба человека неизвестна, так же и судьба работ тоже неизвестна. Поэтому предсказать я ничего не могу. Видимо, судьба их вынесет куда-то. Время покажет. Хотелось бы поработать в разных местах. Да я и работал, в общем-то. На симпозиумах бывал, в Индии был, в Германии. То есть, в принципе, работается везде интересно, но мне кажется, все-таки дома, когда ты работаешь у себя дома, все-таки вот эта подпитка твоей земли, той ситуации, той обстановки, ауры, она, наверное, все-таки важнее. Тогда ты более искренен, мне кажется, более привязан к своей истории, земле и, в общем, ко всему, что связывает себя с твоей родиной. Поэтому, наверное, все-таки лучше всего дома работать. Но выставляться, ездить надо. То есть, когда ты заканчиваешь что-то, наступает какой-то момент, маленький опустошение, какой-то вакуум. И ты, в общем-то, даже и не понимаешь, ну, вообще хорошо это получилось или нет. То есть момент такой прострации наступает. И довольно часто бывает, что в какой-то период там даже кажется, что ты вообще ничего не можешь. То есть происходит какое-то опустошение, но потом происходит наполнение. Вот когда это наполнение опять происходит, как бы ты готов к какому-то другому действию, в общем. Ну, на новые проекты вдохновляет, конечно, жизнь. Вот эти... Жизнь, она именно прекрасна тем, что ты находишь очень много материала, много источников вдохновения. То есть они неисчерпаемы, на мой взгляд. То есть иногда приходится слышать, что вот все уже давно сделано, там, в искусстве, в музыке. А я всегда говорю, что если я не сделал, значит, еще не все сделано. Я думаю, что вот самое главное в жизни – это оценить вот то, что мы живем. Она и есть самое главное в жизни для меня. И все, что рядом с нами. Наши близкие, наши друзья, люди, которые встречались в жизни. Педагоги, я всегда вспоминаю педагогов своих, которые преподавали в Баку и в Ленинграде, друзей. Вот это и есть главное.